Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, мы продолжаем проходить игру DMC Devil May Cry. Это у нас продолжение второй миссии, решил записать. В общем-то, полностью в прохождении второй миссии, чтобы потом начинать нормально с третьей. Так, ладно, в общем, у нас продолжается прохождение. Продолжаем собирать, обследовать локацию, помогать нашему главному герою вспомнить свое прошлое. И в том числе осваивать новые навыки, новое оружие. И искать, конечно же, коллекционные предметы. Так, помню, у нас есть модификация, да, на улучшение. Прокачаем. Что прошу прокачать в первую очередь из этих приемов? Так, драйв. По-моему, драйв это тоже полезно такое оружие. Но арбитр там что-то еще есть. Так, прилив, конечно, что-то не использую. Просто там нужно клавиши Е нажимать и вперед, например. Одновременно и еще плюс потом левую клавишу мыши, чтобы применить прием. Второй уровень, конечно, можно, там больше урона, по-моему. Да, больше урона отнимается. Потом остальное прокачаем. Второй уровень, второй уровень, там еще что-то появится. Первый так. Вот так вот. Одновременно нажимать. Это нажимать одновременно нужно все три клавиши. Так, ну туда мы пока не попадем, у нас нет оружия. В общем-то, передано наследство от его матери, Данте именно вот, которую мы скоро получим. Потому что по-самому сложно такой прием, но не всегда бывает получается использовать его. Ладно, идем дальше. Это... мама? Я люблю тебя, Данте. Ну? Ёбаный. Как обычно. Ой, щитом появился, молодец. Так, стражника. Пробиваем его арбитром. Три удара. Так, счет. Ты... Так, вот ты. Вот так вот, кстати, пробьем. Так, а пороческая. Вот так вот. И сразу будет получается. С третьей попытки нажимаешь, потом зарабатывает. Этот удар. Убить его. Так, в общем, на английском написано. Сейчас проверим это его, в общем-то, оружие. Так, еще появилась куча. Так, давай. Нашпигуем этого сранца. Так. Так, тихо. Осторожненько, друзья. Сейчас мы арбитром его. Немножко, конечно, сбили меня там орить, ну ладно. Чё-то немножко просто разошелся. Так, ну все, отлично, оружие мы получили. Это... зовут его Осирис, такая коса вот. Иди за ней, вон туда, за
Запри все двери! Ну же! Теперь можешь спокойно примить этот. Пройти в эту дверку. Здесь у нас пропащая душа, как слышно. Отстань от меня! Вот она. Все, готово. Так, что у нас там пачка? Нет, очков нету. Навыка, можно идти дальше. И сам главное осторожнее прыгать, не падать. Это влияет на статистику. Так, немножко потормашить начало. Отлично, идем дальше. Так. О, пробились и путь. Ну, вот пропащая душа, так-то мы ее достать уже, наверное, нет, не сможем, у нас пока нет планирования. В данном случае. То не сможем долететь. Как бы как ни стараться. Потом отдельно, в общем, мы достанем. В отдельном видео. Так, ну все, последняя локация. Последнее, в общем, сражение у нас будет, по-моему, в этом месте. Так, соберем все коконы. Что у нас? А, вот еще. Быстренько. Пока что мы быстренько перемещаться в воздухе не можем, у нас нет этого навыка. Он доступен. Только после третьей миссии. Синяя роза. Данте? Это в самом деле ты? Все равно нужно будет добираться до тут цепи большой, освобождать. Ну, как лучше сказать, наверное, правильно будет. Развивать его потенциал, не знаю, освобождать его все способности, но пока что закрыты для него. Скрыты от него. Освобождать их от цепей. Не знаю, как, в общем-то, это в переносном смысле все это означает, что мы сейчас сделаем. Ну, теперь мы наконец-то научимся притягивать себе предмет, точнее, сами притягиваться к предметам и к врагам. Называется это английский крюк, выбрасывая хлыст, вы можете захватывать врагов и предметы и притягивать данные к ним. Ну да. Сейчас враги, в общем, скоро появятся, тоже немножко нас научат пользоваться этим крюком на них, подтягиваться. Круто! Полезно. Ну да, круто все-таки. Игра в плане механики очень интересна. Он уже упал, а нет. Я его уже скинул. Он этого, наверное, не ожидал просто. А, черт, какого? Так, ну это... Что-то я просто не знаю. Нажимал, но что-то тупо не нажилось. Не нажималось. Да, чё за... Ладно. Я просто не... О, спасибо. Ко мне приземлился. А, собой глаз уволил. В общем... Когда... Получил. Все.
разобрались со всеми врагами, идем дальше. Там неудачные попытки были, но я их вырежу так. Чтобы можно было. Хотя мало наставлю. Немножко все-таки перестарался. Что я выпустил на волю? Выпустил на волю свои способности. Новые. Так можно сказать. Так в этот раз получен. Я просил твоей помощи. Наследство от его матери, а не от отца. Ну, так можно объяснить, в общем-то, все это, конечно. Абстрактные эти локации, летающие в воздухе. Ожидание по ним, какие-то цепи, в общем-то, эти разрушения этих цепей. Давай, давай, бомбани их. Ох ты! Давай сюда, дружочек. Ну, один раз зацепили, ладно уж так-то. К концу мысли можно. Так, где еще летающий-то был? А. Разберемся с ним быстренько. Ну все так-то. Осталось только убраться отсюда. Помню свою мать. Ее звали Ева. Она дала мне это. И еще у меня был брат. Мы были семьей. Я не знал, в какой опасности мы были. Демоны нашли нас. Когда они вломились, я увидел его. Она отдала свою жизнь, чтобы мы могли сбежать. Я никогда не забуду, что он сделал с ней. Наш отец, Спарда, увез нас с братом оттуда. Он разделил нас, скрыл среди людей, стер нашу память, чтобы защитить нас. Поэтому я почти ничего не помнил до этого дня. Ну все, в общем-то уходим. Пора теперь покидать локацию, так-то мы здесь все уже сделали, что могли. По сюжету все сделали. Ну и по дополнительным так-то. Все, что могли, собрали. Пора сюда вариться, валить. Спасаться. Я сваливаю. Все будет рушиться. Вперед!
Ты мой брат. Брат-близнец. И я давно тебя искал. Наша мать дала это нам. Думаю, она знала, что этот момент настанет, что мы найдем друг друга. А наш отец? Спарда? Изгнан навеки. Говорят, эта судьба хуже смерти. Он никогда не вернется. Я хочу знать больше. Откуда мы появились? Что с нами произошло? И кроме того, я хочу знать, кто во всем виноват. Ну, в общем-то, и все. А какая у нас статистика получается? Миссия завершена, очки все. 247 тысяч. 3S. Время 21S. 20 минут 29 секунд. Завершение. 38%, конечно. Ну, C, рейтинг. Предметы 0 использованы, смерти 0 и... S рейтинг, отлично. Снова на S рейтинг прошли. Ну, конечно, очки стили 3S в этот раз получили неплохо. Все навыки, в общем, какие могли, почти что использовали, кроме там одного пистолета. Ну, это, ладно, потом. Ну, в общем-то, разберемся с этими приемами. Ну, это, в общем-то, все. Так-то заканчивается прохождение второй миссии по игре DMC Devil May Cry на уровне сложности Нефилим. И, как говорил, в общем-то, оставляйте комментарии, оставляйте лайки, если понравилось видео, если хотите продолжение данного прохождения в таком вот именно русле. В таком стиле. И, конечно же, оставляйте комментарии, свое мнение, точки зрения насчет прохождения видео, самого видео, самой игры, самого прохождения, самого коммента в отдельных прохождения и тому подобное. Комментарии. Но без мата. Мата, в общем-то, если будет комментарий мат, то, в общем-то, эти комментарии будут нещадно и навсегда баниться. Без разбана. Это уж точно. И, в общем-то, все. Так-то на этом. Остальные ключи, там, двери, все эти пропащие души, которые мы не смогли найти, потому что у нас нет определенных видов оружия, нет определенных навыков, а мы получим, я покажу точнее, как их найти, как их получить, эти пропащие души освободить, найти ключи, эти двери открыть, скрытые миссии пройти, все это сделаю в отдельном видео после прохождения самой игры, оригинальной. И также будет и по DLC к нему, также такое же 100% прохождение. По DLC прохождение, в общем-то, это крушение Вергилия. В общем, все на этом. С вами был Михаил. Увидимся на моем канале Хардкорное прохождение Михаил, не только, а и в других видеопрохождениях и в этом прохождении. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, добавляйте в избранные. С вами был Михаил. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. До скорых встреч.